девочки, все что угодно, только не работа. Галамарт, галамарт. Волшебный мир. Против вредителей. Так, мне нужна такая штука, нигде я не могу найти. Вот что втыкать. О, нашла. Нашла, нашла. Девочки. Отлично. Средство против крыс. Тараканов. Так. По 9 рублей. Короче, ничего такого. Прихваточка какая-то есть. Так, эти по 29. Вот этот лотос, кстати, я пробовала. Нормально вполне себе. Короче, ничего. Закатки, наверное, там, где мясорубки железные. Я уже как специалист, я знаю, где закатки. Боже, какая прелесть. О, девчонки, любите, любите. Это что, ручка такая? Сколько с ней скреблю? Я понимаю, что тебе как бы не до этого, но просто элементарно принеси вот коробочку, вот этих выложить, так? Щетки теперь надо смотреть, по какой они цене, и те, и я их вот сейчас уберу. Так, мыло. Вот это мыло, Илюша, вытащи, пожалуйста. Совенок, девочки, совенок, смотрите. Блин, какую взять? Я хочу взять такое. Совенка? Или вот это? Фаллический символ. Так, где-то надо написать. Справедливо. Пишет. Я возьму ее. Посмотреть, у нас есть вот эти ролики. Если что, то отсюда тогда ролики зашли. А вот эти, смотрите, какие красивые. Два. С машинками. Главное, вот это мыло вытащи, пожалуйста, поделись, сюда запекай. И не еще сразу тебе, чтобы не потом. Знаешь что? Почему все самое красивое, самое дорогое, блин? А это что, жвачки? А, это ластики. Смотрите, я не знаю, это помогает вообще или нет. 249 рублей. Да? Массажер для шейных отделов. Смотрите, какая штука удобная. Ой, не рука так. Ну, короче, такие шарики. А, ну они как роликовые такое. Типа сидишь и что? Потом к тебе муж подошел, так. Почему ты ужин не приготовила? Сидишь тут, свою шею разминаешь. Я постоянно как не зайду в Галамарт, здесь, короче, толпятся школьники. И, короче, они стоят, человека 4, и один другому вот так вот делает. Потом они минут 10 это делают, короче, и уходят. Все удобно, попользовался. Ну, вы поняли, да, что я сюда зашла? Я зашла, потому что я готовлюсь морально к тренажерке. Мне надо что-то уже начать покупать.
для колени что-нибудь. Там, не знаю. Амуницию подготовить. Смотрите, что мне вообще совершенно случайно попалось. Это вообще огонь. Воск мебельный. Мягкий. Царапины, сколы, трещины, отверстия, вмятины. И еще, смотрите, жидкая кожа. Я вообще ни разу не видела, что такое продавали. Но здесь только бежевый и белый. А, и черный есть. Ну-ка, сколько она стоит? У меня собака, короче, отгрызла кусок кожи с моего нового набора мебели. Я его купила тогда. Он, падла, такой дорогой был. Вот есть черный. Что сделать? Взять? Ну ладно, я подумаю. Так, а что там еще? Ароматизатор для мебели еще есть. Держатель. Ну это фигня. Подставки антивибрационные, подстиралки. Вот у кого-нибудь есть вот такие штуки? Они вообще работают или нет? Или бесполезны? Я где-то смотрела отзывы, что не работают они. Девчонки, я брала, короче, вот такую гелевую подводку, но она быстро высохла. Такая классная. Да? У нее я кисточка. Вон, это я снимаю для YouTube. Вы думали, я вам? А вы тоже говорите, что вы хотели. Я взяла, короче, я взяла попробовать вот сейчас вот такую за 99. Я не знаю, что она. Вот смотрите, вот это вот, она очень быстро засохла. А чем ее разводить, я не представляю. Но она такая классная. Советую. Ну что, девчонки. Девушка-продавец посоветовала помаду вот такую. Она говорит, не стирается. Но тут цвета, смотрите. 109 рублей она стоит. Мне вот такой нравится. Но она брала однотонный. А из однотонных только вот что. Ну это, мне кажется, темный. Вот этот попробовать. Ну, мне кажется, вот этот вот, он вообще светлый будет, что попало. Блин, что делать? Вот этот получается только. Видели такие? Я вот не могла понять, как вообще из вот этих вот пакетов отсасывать воздух. Ну, как бы пылесоса у меня нет, потому что у меня нету ковров. Я все выкинула. А вакуумные пакеты я купила в фикс прайсе, когда они только появлялись. И вот я нашла вот такую штуку в Галамарте. Вы не представляете, как я была счастлива. Ну, потом я наигралась с пакетами, они сейчас валяются. А здесь, смотрите, какая-то кофра, сумка. С отделами. Девчонки, их просто перетащили. Смотрите, какие клевые бутылки под масло. Подсолнечное. И оливковое. Они даже подешевели. Ой, все. А тут что такое? Тут еще какая-то такая, типа капельками наливалась. А, это, по-моему, сломано. Все, разбомби, все нафиг. Ай. И что вот она, кстати, она вообще не закрывается. Чем ее закрывать? Походу, поэтому они дешевле стали. Ну так-то интересно, да? Я хочу для съемок взять, чтобы на стол поставить вот такую вот однокомфорочную, наверное, плитку. Сколько она? 900 рублей почти стоит. Тут почему-то выбор какой-то маленький.
чтобы все на одном месте готовить. Что много, много же блюд, которые надо это же там закидывать что-то. Я вообще не пользуюсь. Эльдорадо хапнула, она до сих пор лежит. Думаю, может ее выставить где-то на авито. Она без чаши, которая вымывается. То есть получается, ее нужно всю целиком мыть. Да взял кастрюлю, налил туда масло, да все сделал, да? Это фритюрница. Девчонки, смотрите, что нашла. Штоф стеклянный. 179 рублей. У меня есть такой же, только хрустальный. Туда же можно выливать бухлишко, правда? И это будет как бы не бутылка. И она может стоять на столе, на стриме, да? Вообще класс. Сегодня определенно удачный день. Девочки, идеи так и круто. Так, что тут у нас еще есть? Унитазные дела. Сольки. Кто любит соль в ванну принимать? Я раньше обожала. А сейчас получается, что ты залазишь и голову моешь заодно, и как бы соль нельзя. Мужчина. Мужчина. Со мной почему-то только такие знакомятся. Потом мстят мне. Смотрите, а тут он голенький. Иди в баню. Они до нас тоже зашли. 39 рублей цена. Вот эти вот. Кладешь туда мыло, короче. Потом это можно же промываться. У кого-то видела я, кстати.